Банк России уменьшил прогноз по оттоку капитала в этом году. Ранее ждали, что он будет на уровне 85 миллиардов долларов, теперь чуть более 70 миллиардов. Также в базовом сценарии регулятор не прогнозирует резких изменений золотовалютных резервов. Что же касается цен на нефть, то быстрого восстановления, по мнению Центробанка, ждать не стоит. Мы ожидаем сохранения цен на нефть на невысоком уровне в обозримой перспективе. Если цены будут выше, замечательно, но рисков от политики, которая будет строиться, исходя из завышенных цен на нефть, гораздо больше, чем рисков, если в прогнозах мы будем опираться на заниженные цены, а действительность окажется чуть более благоприятной.